При всій повазі до тренерів і їхньої роботи, особисто мені більш вдалим видається те, як їх називають у спеціалізованих навчальних закладах – вчитель зі спорту. Бо тренери є і у тварин, так зараз називають дресирувальників, а вчителі є тільки у людини. Доброго дня, це «Спортивний інтерес», тижнева програма про харківський спорт. Часто так йде, що я вначале даю оцінки, а потім приходиться відігруватися. То у мене з дитинства так. І мені іноді легше відігруватися, ніж утримувати счет. Я завжди себе говорю, що коли виходжу на схватку, треба боротися до кінця, всі 6 хвилин, тому що це як ніяк, якщо програю, то вважай остання схватка. Тому краще віддам всього себе і не буду жаліти, якщо пойде не так. І виходить так, що віддаю всього себе і за счет этого можу как-то отыгрываться. Когда вот именно в финале я вышел, и вот именно сам перед схваткой мандража не было, я очень сильно хотел эту победу, потому что я хотел это посвятить своему покойному дедушке, поэтому я желал эту победу очень сильно. И я настраивался только на победу, у меня в голове вообще не было мысли проиграть. И вот у меня в сердце было, что вот такое, что я выиграю эту победу, этот финал. Я все время слушаю своего тренера. Мне что тренер говорит, то я и делаю. Я считаю, что в этом заключается успех. Потому что если не слушать тренера, то не получится ничего. Он опора, он знает больше меня, потому что он научил меня бороться. Я не могу перечить, говорить, что я там больше его знаю. Или говорить, там мне так надо или сяк надо. Он же меня научил бороться, поэтому я его просто слушаю, доверяю ему и все. Я выиграл Украину, и во время подготовки я готовился. И получается, вот когда мы вылетали на первый отбор лицензионный, я заболел коронавирусом. Вот. И вот когда я заболел, я перенес легко. Я, получается, в Венгрию прилетел, остался там на 10 дней на карантине, так как у меня появился этот положительный тест. Вот. Меня там оставили. И я когда прилетел, я не чувствовал, как я переболел эту болезнь. Я думал, что просто тест показал и все. Но потом во время тренировки я понял, что реально эта болезнь существует. И я, получается, полгода не мог нормально тренироваться. И из-за этого у меня просто не получилось подготовиться нормально к этим стартам. Можно ли сказать, что вот этот чемпионат мира – это как такой небольшой вот реванш? Не то, что реванш, а просто как, просто двигаемся вперед и все. We'll be right back.
У фехтуванні тренувальні заняття називаються уроками, тож роль вчителя у цьому виді спорту переоцінити важко. Якщо добрий вчитель, то і пам'ятають його добре. У Харкові відбувся шпажний турнір пам'яті Леоніда Авербаха. Мало того, что Международная федерация фехтования ставит постоянно задачи, чтобы на картинке это все выглядело более презентабельно. Да, конечно, технологии идут вперед, мы не стоим на месте, тоже наши инженеры работают, торговые марки наши СТМ. Вот, поэтому, да, убрали провод, который соединяет маску, теперь беспроводное соединение, маска беспроводно соединяется. Золота медаль в шпаге, фехтовании за всю историю, скажем так, это была написана новая история для шпажного фехтования Японии. И по-заслуженному оценили это все, и государство, и федерация. Я доволен всем. Маленькими кроками я намагаюсь бороти страх і залишати тільки бій. Розібрався в проблемах психологічних своїх і з чистою головою свіжою виступаю. Якщо дозволять руки, ноги, якщо організм дозволить, я дуже хочу попытаться отобраться в Париж. Человек закончили спортивную карьеру, пару человек приедут с понедельника в Киев на сбор, да, у нас следующий турнир в Швейцарии, вот, и я сюда привез, скажем так, молодой состав, 9 человек, то есть нужно уже воспитывать новое поколение, которое будет участвовать, скажем, ну, готовиться к Парижской Олимпиаде, вот, и как бы стандартно. Мы приезжаем на Украину, потому что здесь очень шикарный турнир проводят Украина, здесь очень много матчей, мы набираемся опыта, особенно для моих молодых, новых спортсменов, то есть это новая система, где очень много матчей проводим. И мы всегда приезжали, с теми олимпийцами приезжал, когда они тоже были молодыми, мы здесь проигрывали много, да, но из года в год мы поднимались, и благодаря за счет этому турниру харьковскому.
моем возрасте, наверное, останавливаться нельзя, потому что стоит взять как более-менее длительную паузу, потом очень тяжело будет возвращаться в тренировочный режим. Вот, потому я решил практически сразу после Олимпиады начать тренироваться, вносить коррективы в тактику. Если там, допустим, нога там не позволяет делать выпады, ну, приходится как-то делать больше упор на защиту, на действия вторым номером. Вот. Ну, у меня в бою сегодня за вход, куда я уже не помню, по-моему, за во втором бою у меня там что-то щелкнуло. Просто с коленями давно проблемы, там надорванные мениски и так далее. Отметил бы, Руслан Тимошенко сегодня очень здорово фехтовал. Молодой харьковчанин Деркач, молодец, красавец. По-моему, первый раз в жизни в призы попал, еще и на таком серьезном старте. Мне кажется, тактически менее подкованные, но скоростные. Как бы. Они очень много ошибаются, хорошая техника. То есть с ними надо видоизменять фехтование. С ним нужно было не подпускать его близко в дистанцию и на начало, на разгон в него врезаться. Вот. Не всегда получалось, конечно, из-за усталости. У каждого фехтовальщика очень много ошибок, будь то звезда топ-уровня или обычный любитель. Психологические проблемы надо решать по мере их возникновения, потому что иначе не будет ни технического, ни тактического, ни общефизического роста. Кураж раніше і за пару боїв до цього. І я в цілому почувала себе досить впевнено. У мене не залишилося страху, тобто голова моя була вільна від переживань. Я могла оцінювати ситуацію, і від мене залежало просто правильно виконувати і вчасно дії. Я думаю, що успіх – це саме ця комбінація, коли ти і відчуваєш, але при тому можеш реально оцінювати ситуацію. Тобто, коли ти приймаєш рішення, але при тому всьому відчуваєш дистанцію, відчуваєш момент. І це все, коли комбінується, от і складається успіх.
как раз таки этот турнир показывает истинную силу спортсменов украинских, и он является, наверное, самым оптимальным за год. Потому что когда ты выходишь и проигрываешь на всех соревнованиях одному и тому же сопернику из раза в раз, а всех остальных ты можешь выиграть, то это не значит, что ты находишься на уровне 20-го места рейтинга. Это значит, что ты находишься на уровне там тройки. Даже если ты где-то оступился, в принципе, фехтовать дальше, набирать бои, потому что, ну, для меня вот эти соревнования сейчас это как, ну, как боевая практика. Они очкового значения особо не имеют. Вот, потому я думаю, что да, это хорошо. У нас є план на цілий рік, по якому ми йдемо. Ми працюємо разом, ми розмовляємо, ми розглядаємо бої. Тобто не тільки зі мною, а з кожною спортсменкою, яка є на зборі. Ти просто відчуваєш підтримку, що саме важливе, і що за тобою є людина, яка за тобою горує. Тренер вот, девочек нет вообще, и получается я как бы сейчас на два вида и девочкам стал помогать. Вот, и поэтому как бы потянул под себя девочек, чтобы вот, и приехать сюда, и чтобы они тоже поучаствовали в этих соревнованиях. Вот, но, скажем так, не справляюсь, одному мне все равно тяжело, мне нужно будет еще приглашать, хочу я пригласить украинского тренера какого-то сейчас в поисках. Президент Федерации задачи не ставил там и не могу ставить. Это прерогатива тренеров. Заботиться о том, как подвести человека в той или иной форме. Я даже на эту тему мы не разговариваем с тренерами. Ну, а когда же еще показывать результат, как не в начале нового сезона нового олимпийского цикла? Работает 84 тренера. То есть я думаю, что из 80 человек без проблем можно выбрать необходимое количество для создания ЦОПа. Другой вопрос, что не все из этих тренеров реально работают. Такая проблема, конечно, есть. Она не нова для не только для нашего города, но и для Украины в целом. Но большая часть – это рабочие тренера, которые этим живут, которые работают в направлении дзюдо. И вот что-что, а тренерский состав в нашем городе представлен хорошо. И для формирования необходимых условий создания Центра олимпийской подготовки мы готовы. Вопрос в том, сможем ли мы найти бюджетную базу для всего этого. Это другой вопрос, он более сложный, потому что это требует, естественно, затрат, причем затрат не единоразовых, а системных, постоянных. Зал мало открыть, его нужно содержать, его нужно финансировать. Нужно финансировать спортсменов, которые будут стоять, да, на учете в этом ЦОПе, тренеров, выделять деньги на инвентарь, на поездки. То есть вот этот вопрос более сложный. Но, как я уже сказал, дорогу осилит идущий. В этом направлении нужно двигаться и работать.
еще не на ком расти в городе Харькове. Пока подрастут сейчас новое поколение, тогда можно о чем-то говорить, чтобы он вернулся. Там же в Киеве есть большой котел в этом клубе «Спартаковец», также и «Вегера». Они все у нас. Крипчач был призером Европы, будучи тренируясь в Харькове по кадетам. Вегера у нас стал призером Европы по кадетам. Потом стал призером Европы по юниорам, выполнил международника. Серегу Крипчача часто какой-то рок у него преследуют травмы. И травмы серьезные. А что такое травма? Вы ее вылечили, большой период времени прошло, и нужно организму опять по новой врабатываться. Вид спорта у нас сложный. И опять получается какая-то другая травма. Вот так вот оно наслаивается друг на друга. То есть я думаю, что в скором времени он выйдет с этого пике. Сейчас вот выиграл чемпионат. Поехал на Кубок мира в Баку на Grand Slam. Ну, будем ждать от него каких-то результатов. Ну и будем смотреть, чтобы он подготовился к Олимпийским играм во Франции. На самом деле радуемся нашему удачному выступлению, и мы можем сказать, что у нас 3 золотых медали. Это большая часть медалей вообще за сборную Украины. То есть мы понимаем, что у нас Украины Днепр 2 золотых медали, Киев 1 золотая медаль, в Харькове 3. То есть большее количество городов никто не завоевывал. Этим мы гордимся, и гордимся, что на высоком уровне отстояли не только Украина, но и Харьков. Хотелось бы еще раз сказать слова благодарности своим друзьям, коллегам по татами. Это и Дмитрию Селезню, и Савинову Виктору, и Терещенко, и Стаценко. У нас были спортсмены, к сожалению, которые не попали на соревнования. Хотелось бы их тоже сказать. И Емельянова Алексея, и Кирилла Мельниченко, которые готовились, но по стечению обстоятельств не смогли попасть. Но я думаю, что в следующих соревнованиях это задел такой, и мы сейчас об этом говорим, о том, что мы можем больше, мы можем лучше, и надеемся на это. И я вам скажу, что ветеранские соревнования всегда, они происходят в какой-то вот борьбе не только с самим собой, но и с социумом, потому что действительно в некоторых моментах очень тяжело готовиться к соревнованиям. Тренер тренує, але сам може не тренуватися, а вчитель, якщо вчить, то сам вчиться все життя, тож не потрібно шукати кращого вчителя, якщо не готовий стати кращим учнем. Щиро радий бачити кожного з вас, подобайте, підписуйтесь та коментуйте. Шануємося!